где обмен цветок? О, блин, ты возьмешь того, с кем понюхаешь его. Ага! Посадили, значит, надо. Меж трех дубов. Я была очень довольна, потому что фактически сбылась моя мечта. Я хотела бы сыграть Бабу-Ягу. Дуйте на болото, там избушка стоит охотничья. Аня, поймаешь? Да сразу мне дашь знать. Озвучивать Бабу-Ягу гораздо сложнее, чем, скажем, просто ведьму. Потому что, когда ты просто используешь низкий голос и немножко им так чаруешь... Какая красота! Это одно. А когда тебе приходится кряхтеть и всякие разные тонации придумывать... А, ну, держись, князюшка-самозванец, и я покажу тебе, где раки живут. Князь Киевский, деспот проклятый! Ахтунг! Мне кажется, что наша Баба-Яга абсолютно очаровательная. Шалит, строит козни, но в самом деле... Каждый раз это оборачивается какими-то комическими ситуациями, и в итоге она остается с носом. Но... А вдруг не получится расколдоваться? И даже ее в конце немножко жалко, потому что она так мечтала выйти замуж. Обманул! Обманул! Меня зовут Елизавета Боярская, и я приглашаю вас на новую анимационную историю «Три богатыря и конь на троне». Ждем вас в кино. Эй, давай-ка, дуй в конюшню!